Здравствуйте. Добро пожаловать в Budapest Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости Будапешта. Вы являетесь инвестором недвижимости и хотите приобрести хорошую недвижимость в Будапеште? Хочу предложить вашему вниманию 66 квадратных метров, трехкомнатную квартиру в 13 районе Будапешта. Сейчас я хочу провести это видео, которое рассказать, как выглядит. С самого входа вы можете видеть прекрасную гардеробную и с правой стороны американскую кухню. И здесь же прямо на входе находится вход в одну из спален. Эта спальня расположена прямо у входа и составляет примерно 12 квадратных метров. Как вы видите, владелец сделал прекрасный ремонт. И окно этой спальни выходит во двор. Квартира располагается на пятом этаже пятиэтажного дома с лифтом. И сейчас я хочу показать, как выглядит другая часть этой квартиры. Как я уже сказала, здесь же находится американская кухня. Вся бытовая техника абсолютно новая. И как вы видите, вот, к примеру, установлена электрическая плита. Также на кухне установлена посудомоечная машина фирмы Candy. И абсолютно новые смесители и установлено электричество. Владелец этой квартиры сделал прекрасное решение дизайна электричества. На потолке вы видите очень дорогой и очень стильный дизайн освещения всей квартиры. Вот эта дверь ведет в ванную комнату. Ванная комната имеет кафельное покрытие бежевого цвета, установленную душевую кабину. И также мойку на две персоны. Здесь вы также можете видеть, что в ванной комнате установлено биде и туалет. Как я говорила, освещение во всей квартире сделано с элементами дизайна. И прямо рядом с душевой кабиной вы видите автономное центральное отопление, нагревательный котел, и здесь же выведенная подводка для стиральной машины. Давайте пройдем дальше. Я хочу показать еще две спальни. Две спальни находятся прямо недалеко, проходя по коридору. Это большая спальня с окном с видом на улицу. Она составляет около 20 квадратных метров, с великолепным решением интерьер-дизайна с лампой. И следующая спальня тоже находится с этой же стороны, имеет очень большое окно. Ремонт сделанный только недавно, соответственно, все абсолютно новое. Стены выкрашены в бежевый кремовый цвет. И здесь же находится гардеробная комната, любая мечта для каждой женщины, где можно разместить всю свою одежду. Если вы хотите приобрести эту недвижимость для себя, я бы очень рекомендовала рассмотреть этот вариант. Но так как это является комната с тремя спальнями, ее можно прекрасно и удачно сдавать на долгосрочную аренду, в том числе и на краткосрочную. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, я с радостью на них отвечу. Не забывайте посетить нашу веб-страницу www.budapest-realestate.com.